Триатлон или каньон? Что выберешь ты? Я вас приветствую. У нас на обзоре каньон Speedmax алюминиевый на таких вот zip-колесах. Спереди стоит zip, сзади карбомания, диск стоит. У него установлена трансмиссия SRAM Force, механическая. Кассеты у него установлены Shimano Dura Ace. Ну и шатун, вот этот шатун, изготовленный из карбона. Байк у нас алюминиевый, рама алюминь, как и сказал в начале видео. Тормоза у нас на вибрейках, SRAM Force, такой вот руль и лежак. Лежаки у нас вот Profile Decision, переключение, стандарты прищепки, вот SRAM. Так вот переключаются. Карбоновый подседельный штырь и наклеечка в размере XL для высоких ребят. Сколько вы сами могли заметить, рама у него большая. Весит данный велосипед в среднем сегменте плюс-минус 9 килограмм с учетом этих карбоновых колес. Опять же повторюсь, сзади стоит диск карбомания, полностью карбоновый. При желании его можно снять, поставить алюминиевые обода спереди и сзади, и это будет тренировочный аппарат. Поставив эти колеса, можно выступать на соревнованиях. В целом такой вот велосипед, алюминиевая разделка, выглядит очень красиво, очень агрессивно. Все как любит компания Canyon делать свои модели Speedmax. Понравился данный велосипед? Пишите на Авито. Ссылка на наш Авито аккаунт находится в описании под видео.